Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Immortal Soul, поиграем в SkyWars и Сибири SkyCaf. Что ж, приятного просмотра. Итак, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка в описании. Здесь пока ничего нету, но обязательно что-нибудь появится. Подпишись, чтобы следить за моими новостями. Желаю приятного просмотра. Итак, мы начинаем карту Dwarven, моя самая любимая, где я постараюсь выиграть. Я скачал читы, Dark Client, мне подсказал один подписчик, просто скачать их для интереса. Пшел вон. Паш! Я его скинул. Но я упал по его причине. Ладно, ничего тут такого. Итак, мы... О, снова моя карта, классно. Вот этого я точно никак не ожидал. Я даже не посмотрел карту, сразу... У меня там оставался-то буквально... несколько секунд, чтобы взять эколога, и все. Я схватил эколога, не посмотрел, что карта, и начал запись. Ух ты! Давайте подождем, пока один умрет. Добиваем! Это называется дебилити. Я это буду называть дебилити, потому что я в лес как дебил, чуть не проиграл. Хотя он меня ни разу не ударил. Дебилити. Вот так это можно назвать. Дебилити практически будет в каждом выпуске SkyWars или BedWars. Дебилити. Я мог сделать 2 килла, а совершил 1. И то у меня пальцем даже не тронул. Так, это у нас что, Тима? На Тиму потополезем. Птум-птум-птум-птум-птум-птум. Что ты там забыл? Ух ты. А, да-да, Тима у нас есть. Тима. Тимати, вылези. Зараза. Первый построился минус. Блин, я в твой попасть не могу. Ну ладно. Сейчас мы его быстренько убьем. Я уверен. Быстренько. Опа. Вылез. На! Скотина. Последний выстрел сделать могу. И опять же дебилити. Я не совершил убийство. Давайте выжидаем. Это Тима играет по скайпу. Это заметно. Давайте, я уже у снайперской позиции. Смотри, один чекает, другой лутает. Все, один в панике убежал. Они ничего не чекнули. Они только вышли наверх, понять, откуда выстрел. Я чуть не спалился, нажав, отпустив shift. Мы вон с тем чуваком друг друга не стреляем, пасем их. Потому что мы знаем, что они Тим. Быстренько обстреливаем. Этот лутает, и он падает. Красиво. Тут у нас файт. Форест Витали. Ти. Ура. Ура, я выиграл. Да. Наконец-то. Аллилуйя. Боже мой. Ура, я выиграл. О май гад. Уху, все выбрасываем. Ничего выбросить не успел. Итак, мы увидимся на следующей серии. Итак, ребята, это наша последняя игра. И мы заканчиваем серию. И поскорее бы этот видеоролик отмонтировать и уже вам показать. Я все делал очень быстро. Чем дольше, тем мне сложнее, тем меньше, тем вызлее. Такая методика у меня. Ну, у меня получится, наверное, все долго, потому что я уже задержался. Еще и не могу достроиться нормально. Так, центр есть. Показалось. Центр есть. Сейчас будет. Эй, так нечестно, его столкнули. Так, чем бы мне кого столкнуть? Мне нечем никого столкнуть вообще.
Там строится. Там строится. Так, ладно. Того приму. Прямо сейчас. Ага, вот, понял, что сделал ошибку. Строится на центр. Давайте мы бегаем за ним прям. Прям кочка в кочку. Тут он тоже совершает ошибку. Он посмотрел, где я. Он решил меня обмануть и обстрелять. Ха, да... Я чуть не упал. Это было опасно. Но его лук пал. А мне он так нужен. Чуть не упал. Спросим эту фигню. Он вылез. Фастом. Ага. Во-во-во-во. Жестко, жестко. Это было. Это ГГ. Все. Меня сейчас валят. Надо отступать. Тактическое отступление, ребята. Тактическое отступление. Я впервые завалил алмазника. Серьезно. Это шок. Шок. Алекс. Мортал. Под ником Mortals. Или Mortal. Убил алмазника. Серьезно. С железного меча. Вот у меня такая же дичь все время происходила. Но он меня сейчас убьет. Это такая напряженная игра. Боже. Антикнокбэк меня хотел выбросить. Хрен я скажу тебе. О да, я хорошо одет. У меня мало здоровья. Есть яблочко. Я его съем. Все, парню капец. Попал пацан под горячую руку. Он куда-то залез. Последнее. Я в него вывал. Он даже не пытался бежать. О, динамит. Круто. Такой чудный момент. А уже заканчиваем, правда? Вот эти 133 монеты будут потрачены на следующей игре Bed Wars. Не расстраивайся, поставь лайк, чтобы серия вышла намного быстрее. Как только наберем 20 лайков, сразу же выйдет новая серия. Всем пока!